вода на речке с корабликом. А погладить? Забыла погладить все. Ариш, только за попу не надо хоть. Она не хочет, Ариша. Она хочет, чтобы ты ее погладила. Не надо попу трогать. Ходи, погладь. Да не бойся ты, что ж так еле-еле трогаешь. Давай ручку. Вот, белый, красивый. Трогать нельзя. Вот здесь можно трогать. А еще можешь ножками тебя легнуть. А вон за тобой иди. Ариш. Пойдем, Ариша. Дальше пойдем смотреть. Что, Ариш, тебе сестра надо? Сказали пресноводную рыбу. Ку-ку. Надо говорить ку-ку. Привет. Так, это мы приехали в Олимпик Парк Зум. Ну, смотрите, как красиво. Мы сейчас на какой-то вершине проезжаем. Там внизу зубры пасутся, вон мама ходит. Они будут подходить к нашей машине. Вот Ариша сидит, смотрит. И мы будем кормить хлебом. Всем покажу хлеб. Хлеб, это мы его специальный хлеб тут купили, которым можно кормить животных. Много мы не стали брать, потому что мы уже поздно едем. Наверное, уже многие животные сыты. Ариша просит себе камеру, но ей никто не даст. Ты будешь сама поснимать. Вон, смотри, там папа. Вот, папа. Не надо, Ариша. Ты хочешь тебя? Аришу? Давай. Ариша. Ку-ку, это Ариша. Помаши в камеру. Скажи привет. Привет. Привет, а это мама. О, Ариша с мамой вместе едут. А вот туда вот папа будет. Смотри, папа. Вон он, наш папа. Вон он, люк у нашей машины, чтобы нам было хорошо и свежо. А вон там впереди уже зубры видны. Вон я их снимал. Вон они, зубры. Вон сейчас наша дорога будет перед зубрами лежать. И, возможно, они к нам подойдут. А может, и не подойдут, не ясно. Ну, потому что он, вон уже лама ломится в машину. Вон в соседнюю. Вон впереди, видите? Ну, не очень хорошо видно. Вот, как у нас тут зуб идет. Вон она, лама стоит. Видите, вот джип и лама.
Здесь он павлин. Вот он павлин. Перышки чистит. Они отвратительно орут, как кошки. Посмотрите, павлин. А вон зубры стоят дальше. Вот еще павлин. Никто из павлинов не хочет хвосты открывать. Наверное, у них уже закончился брачный период. Сейчас мы с Аришей будем кормить ламу. Да. Сейчас мы папе дадим камеру, и папа снимет, как Ариша кормит ламу. Да, Ариш, ты не испугаешься ламу кормить? Да. О, что-то придут. Там он. Смотри, лама идет на папе камеру. Привет, лама. Держи хлеб. С камеры глянет, конечно. Тоже будешь кормить ламу? Давай. Держи. Сейчас она к тебе повернется. Давай, засовывай голову сюда. Не бойся. Вон она тебе дает хлебушек. Бери. Бери. Вот, Ариша кормит ламу. Лама красивая. Лама пришла к папе. Ту ламу ты покормишь тоже. На тебе ту ламу кормить. Еще хлеба? Еще дать? Хочешь еще? На, держи, Ариша, давай. Вот, давай. Ты голодная. Давай это тоже дадим, Ариша. Вот у тебя тут лама ждет еще хлебушек. Хочет. Бери мой сладкий, не бойся. Держи. Будешь хлебушек? Не хочешь? На. Будешь хлебушек? Пойди дальше. На, держи. А то мы тебе ничего не дали. Будешь? Давай тебе. А то они ничего не едят. Поехали. Боль зубы. Нет. Папа, она залезла к нам в машину. Как ее из машины достать? Все. На, все. Иди. Иди, головку. Все. Отходите, чтобы мы по ножкам не проехали. Там за нами никого нету. Сейчас зубра будешь кормить, Ариша? Да. Этот маленький зубр. Нет, Ариша, не будешь ты зубра кормить. Похоже, мама. Тут главное, чтобы он нас не порвал со своими родными. Там у Ариши открыто. Ты дай. Нас снимаешь, дай. Хлеб, я тебе даю. Он решит, дай. Маму. Еще? Маму. Пап, на, дай. Я дам. Красиво? Поехали дальше. Поедем дальше? Он еще хочет. Давай, третий. Последний кусочек дадим, а другой кусочек. Да, вкус его хороший. Видите, моя умная. Все. Ну, мимо этого можешь проехать просто. Может, такого покормили? Угу. А у нас хлеб уже мало. Это уже, наверное, на ход. Я сейчас выключу. Вот смотрите, какие олени лежат. Буквально в шаговой доступности могу приблизить. О, какая мордашка. Мордашка, да, у тебя. Вон другая машинка едет. Вон лама ходит. Какая надменная вся, да? Ну, какая надменная. Наверное, кусается. Это в вольере. Везде павлины сидят. Добрайская жизнь. Смотрите, как папин красиво сидит. Вот, как он все красив. Да, еще лама. Ты нам машину не разворотил. Так, ну пошли к тебе, хлебушек. Все. На, Ариш, давай еще хлебушка. Ой, хвостик.
Ай-яй-яй. А, он меня облизал. Орел, я тоже облизал. Все, поехали? Да, поехали. Нет. Вот он сбоит. Еще? Ариш, дашь еще? Он еще хочет. Еще он его. Корми. Ой, смотри, там он другой зуб идет. Мама, корми другого. Нет, зачем? Ну давай, я сейчас опущу. На, держи. Тебе еще? У меня чуть-чуть осталось. Ну, правда, лама не ест уже, лама сожралась там. На, держи. Все, хватит. Давай, последний. Да, мам, ну а что-то, может, еще в педику подойти? Ну, давай. Все. И все, чуть-чуть. Вольер с медведем. Вот вольер с медведем. Вот видите, если посмотреть поближе, то вот тут вон ток проходит по проводам. Мы сначала подумали, какая слабая ограда для медведя, потом поняли, что проходит ток. Похоже, что медведь будет очень далеко что от за этой. Что такой? А я. Слышал? Да, слышал. Так не знаю, что это. Возможно, слово павлины кричат. А вот он павлин видит. Нет, я его не увидела. Так, мы продолжаем искать медведя пока. Вон он лежит. Вон медведь красиво. Лежит большой. Сейчас я включу. Вот пошла запись. Смотрите, какой медведь. Вот это медведь. Медведь Иваныч. Он на нас смотрит. Миша, ты нам что-то скажешь? Давайте я его поближе возьму. Вот смотрите, какой прикольный Миша. Добрый. Вот такая у него шкура, ему же жалко. А вон еще один лежит там подальше. Вон там он. Похоже. Ой, так много. Вон Миша. Он еще лежит Миша. Лапу поднял вверх. Ариша смотрит на Мишу. Вон, смотри, еще вот там раз, Миша. Раз, два. Вот, вот на спине лежит. Смотрите, как он чешется. Все, снова спать. Вот смотрите, какой Миша очаровательный. Похож на собаку Чау-Чау. Ой, смотрите, он птичек гоняет. Еще он почему-то... Ой, они лежат в каких-то канавах. Наверное, их тут кто-то кусает. И вон большой Миша. Смотри, какой большой Миша. Большой Миша. А вот этот Миша поменьше. Видишь, какой грязный. Извалялся в грязи, чтобы его никто не кусал. Да. Записывать все. А вон тут большой Миша. Давайте я его ближе покажу. Вон какая мордель у Миши. Наверное, у Миши слабый. Слабая часть – это нос. Нос очень большой медведя. Если на вас напал медведь, кусайте его за нос. Если успеете, конечно. Какой Миша лапкой тебе машет. Чуть-чуть, у нас больше нет хлеба, дорогой. Мы уже все скормили. Давай, пап, поехали. А ты... Видишь там Мишу? Миша? Вон. Вон, видишь Миша? А ты опусти себе стекло. Миша! Не мое. Я решила. Ой, Миша купается в водичке. Купается в водичке, чтобы ему было прохладно. Ты видишь Мишу, нет? Да, видит она, говорит. Миша в водичке лежит. Держись, скажи. Ой, еще тебе дать? Ариш, как бы он тебя не съел. На, держи хлеб. Давай. Ариша кормит. Не знаю кого. С пальцами будет текстурно. Давай. Давай еще один. И все, и поедем. Смотри, какая ты прожевывая штучка. Все, тетю, больше хлеба нету. Тетю. Все, убирай мордашку, убирай. Пока. Ой, ты ей не прищеми губу. Чуть губу не прищеми. Это олень с белой попой. Вон он стоит. Какой огромный. Так, здесь никого. А вот тут вот полно оленей. Видишь, как нам повезло? Все остальные уже сыты. Один хоть голодный оказался. Хорошо, это мы едем в пятницу. Машин немного.
Смотри на ту машину, как на пальчик. Вон, да, впереди машина, вот такой ход. Сейчас я вам приближу. Они не хотят отходить. Ну это не козы, это, по-моему. Это бараны. Валентины, нет? Нет, это... Это горные бараны, похоже. Ах, я не знаю, может это карликовые олени, у них рога, как у оленей. Там какие-то молодые олени. Нет, молодые они, пятнистые, не будут с такими большими рогами. Закрываемся? Не, мы можем открыть. Ну давай покормим. Вон, смотри какой. Ариш, давай я тебе дам модели. Вот тут останови прям, а тут чтобы зубр не пролез. Да почему? Стой! Иначе зубр залез. Ой, мама! Ой, мам! Мама! Нет, папа, поехали! Охренеть! Какой зубр! Мама, я не хочу! Ой, я боюсь его! Охренеть, какая туша! Вот, папа, дай тебе, покорми оленя. Пока зубр к тебе не проник. Записываем, как папа кормит оленя. Все. Папа бьет оленя по морде. Охренеть, я боюсь этих зубров. Обалдеть, какие огромные. Ой, все, нам придется мыть машину. Олень. Давай в следующий раз. А, я не могу зубра атакуть нашу машину. Я только порадовалась, что мы поехали в пенсию, когда людей мало. Зря порадовалась. Ой, мамочки, там кто-то на нас рога наставил. Смотрите на нашу машину. Смотрите, это устроили там зубры. За нами олень бежит. Все. Да, но за ним бегут зубры. Слушайте, можно как-то было бы оленей и зубров разделить? Вон какой белый, красивый. Он бежит за нами. Что делать, остановить? Кто, прям бежит? Да, прям бежит. Ой, давай. На. Привет, дорогой. Ой, мама. Ой. Мам, поехали. Давай сейчас. Ариша даст? Ариш, давай. Я не могу снимать парк. Они меня атакуют. Давай, Ариш. Нет, держи хлебушек ручкой. Держи, вытягивай ручку. На. И тебе сейчас один дадим, и все. И мы сейчас поедем. Все, мы уезжаем. Все. Господи. Фу. Как страшно. Ой, смотри, какой олень. Вот этот вот. Остановить, Костя. Вот это кто такой? Маленький просто. Ребенок. И вот маленький. Господи. Какие звуки они издают. Ай. Ой. Мама. Какой коричневый. Давай коричневого покормим. Можно я коричневому? Нет, я хочу коричневому. Дай коричневому. Ой, Господи. Нет, пап, по-моему, мы зря говорим. Ой, сейчас меня кто-то убьет. Ай-яй-яй. Папа, Нина, нам сломали всю машину. Я их боюсь. Я боюсь. Ты тоже боишься? И мама боится. Вот это я хочу. Нет, они не нет. Мама, папа, ой, ой. Все, мам, закрывай. Только не причини. Я постараюсь. Ой. Все. Сейчас. Ну, вам бизонов. Да не бизонов.